Так, купила две вот такие вот пасочки. 35 рублей она стоит. Ну, такая, вроде попробовала, потрогала, мягкая. Они бегут сами, это я возле карусели. И вот такую вот маленькую взяла за 29. Ну, будем надеяться, что будет очень вкусно. Ну, хотя бы не очень, но хотя бы вкусно. А то что-то яйца у меня уже есть, а вот пасхи нету. У нас сегодня хорошая погода, такое солнышко, Здесь, конечно, народу сегодня. Протолкнуться негде. Людей очень много. Видите, встать практически негде. Ну, то есть мне пришлось кружочек сделать, прежде чем свободное местечко освободилось. Торговля идет. Пробки в сторону области, я думаю, что в сторону Москвы пробок-то и нету, потому что все стараются выехать за пределы города. Так. Выезжаем все-таки. Да, все-таки я выезжаю, меня пропускают. Смотрите, там моя милиция остановилась. Уж не знаю, чего они тут. Ну, я думаю, находят за что штрафовать. Как без этого, они тут встали на хлебное место, потому что понимают, что люди едут в магазин и стоят, штрафуют. Здесь природа. Ну, то есть, в принципе, природа, она везде природа. Вот, пожалуйста, уже подходи, садись под любую елку и все. И праздники начинаются. Шашлыки, шашлыки. Машлыки, машлыки. Вот, а мы сейчас повернем в сторону села. Я все покупки сделала. Положила деньги на Киви кошелек, потому что мне нужно оплатить интернет. А там можно только либо с банковской карты, либо с Киви кошелька. Ну вот, не знаю, положила. Попробую сейчас доехать домой, попробую оплатить. Вон там пробка, видите? Это в сторону М4. Ну, там Домодедово. И туда и сюда. Вот она пробка. Пробище. Сегодня суббота. Это очень хороший день. У меня более или менее проходит насморк, но, конечно, у нас отключили отопление, и в доме просто холодина. Просто холодина. Теплее находиться на улице, несмотря на то, что есть как бы ветерок, все-таки еще такой не очень приятный. Все равно теплее на улице, более солнышко, видите, какое. Облака голубые, голубые облака, белогривые лошадки. До дома, дома колотун. Колотун. Что еще
показать. Это видео будет очень коротким. Вот дорожку попоказываю. Солнышко село. Вот я иду в сторону дома. Время у нас уже 13:20. Вот, ладненько, если будет что-то интересное, я включусь тогда.